Приветствую вас, Виолетта, и жалко, что вы, не оценили мой ответ на ваш предыдущий вопрос. Я помню, старался вам ответить на него полно. Что касается вашего вопроса, то на него нужно ответить так, что относиться к жизни проще означает принимать окружающее как таковое, как объективное, как существующее вне зависимости от вашего желания или нежелания явления, понимать его причины, понимать, что все, что происходит, имеет место, и не желать изменить то, что не касается лично вас. А отход от эгоцентрической позиции является также необходимым условием, на мой взгляд, необходимым условием, на мой взгляд, для того, чтобы, собственно, смотреть на мир проще. То есть, когда есть только ваш взгляд на обстоятельства, допустим, а другие взгляды кажутся вам неправильными, естественно, вам тяжело, потому что вы, во-первых, боитесь, что вас никто не понимает, во-вторых, вы хотите доказать всем, что именно вы правы, а это достаточно тяжело. И решением этого вопроса графики является принятием объективной реальности, принятием других точек зрения, а принятие того факта, что есть очень много точек зрения. Более того, эти точки зрения несут для вас что-то полезное, несут для вас что-то правильное. И уметь извлекать из чужих точек зрения, не придавая при этом свои, полезные для вас. Тем самым обогащаясь, становясь лучше и так далее. Ведь в общении, в жизни, во взаимодействии мы сравниваем себя с другими. И в этом сравнении понимаем, в чем наши сильные стороны, а в чем слабые. Сильные стороны развиваем, слабые стараемся преуменьшить. Далее необходимо принимать самого себя, то есть обладать необходимым уровнем самосознания. Знать свои возможности, свои способности, свои слабости, свои сильные стороны, а не просто замечать успехи, неудачи и какие-то поведения. Повышение уровня самосознания, возможно, если вы будете стараться дать себе отчет о том, что вы делаете и почему. Понимание причин своих поведений, мотивов, осознание мотивов, выделение себя из окружающей среды, придание критериев этому выделению поможет вам понять, кто вы, а значит определить четкую цель, к которой вы идете по жизни. Ну и, наконец, последнее, о чем хочется сказать, это то, что понимание своих ценностей, своих устоев моральных, своих идеалов и грамотное наложение их на жизнь для того, чтобы жить именно так, как хотите вы, а не как хотят, допустим, другие люди, является необходимым условием для того, чтобы относиться к жизни проще. И понимание того, что общество, оно всегда будет стремиться подчинить вас своим интересам, потому что это в его выгоде. Выгодно обществу, чтобы люди делали так, как интересно именно самому обществу. Таким образом, думаю, я сформулировал вам основные направления, в которых нужно двигаться, для того, чтобы относиться к жизни проще. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.